Ну, данный пешеходный переход делали экспертизу в наш институт, где было выдано то, что он признан непригодным. Естественно, рассматривать вопрос о восстановлении требует немало финансов. Но, посмотрев проходимость данного через мост, то она вообще-то, по-моему, 3-4 человека в среднем. И мы тогда рассматривали варианты сделать пешеходку без моста. Но так как все-таки вот этот мост является, можно сказать, культурной ценностью, однозначно по демонтажу данного моста пока вопрос не стоит. Но и тем не менее делать не можем, потому что необходимо денежные средства. Будут деньги, значит, будем делать.